Привет всем! Привет, команда! С вами Лилия Донскова. Я вас всех поздравляю с началом каталога номер 13 и с началом потрясающей акции. Сейчас я запишу ролик, покажу, как сделать заказ и как получить все свои подарки. И для этого я захожу на сайт Oriflame. Вот он у меня в закладочках. Вы тоже его сохраните, чтобы не искать каждый раз. И наверху нажимаем кнопочку «Вход». Вводите свои данные. Номер и пароль. Нажимаете ОК. Переходите в свой личный кабинет. Ну, сейчас только началась работа каталога, поэтому пока пустой. Вы видите, тут все по нулям. Только с завтрашнего дня будут здесь расчеты. Поэтому не пугайтесь, все будет хорошо. Давайте с вами посмотрим, что здесь интересного в этом каталоге. Если вы в прошлом каталоге номер 12 делали заказ на 600 рублей, то вы участвуете вот в этой акции с наушниками. Вы просто нажимаете на картинку, читаете условия. То есть вы можете выписать себе наушники всего за 349 рублей. Мы посмотрели, что в интернет-магазине они стоят 899, то есть на 550 рублей дороже. Нужно записать себе код 27994, выписываете, и с вами поднимаемся вверх. То есть тут наверху вы видите, подождите, сейчас я еще вам покажу, что в вашем личном кабинете. Если вы только новичок и прям только-только-только пришли, то вы нажимаете вот на эту картинку «Живи полной жизнью». Читайте внимательно условия акции. То есть, смотрите, вы можете участвовать в акции, которая продлится до 18 октября. Она называется «Живи полной жизнью». И здесь есть такая классная штука. То есть, если вы сделаете заказ в течение 24 часов с момента регистрации, заказ всего на 600 рублей, то вам в подарок идет регистрация. То есть вы экономите 149 рублей. Если вы сделаете в течение 21 дня с момента регистрации суммарно заказов на 1200, то есть, может быть, один вы сделаете на 600 и другой на 600, или один на 300, другой на 800 рублей, заказы складываются, и вы получаете туалетную воду, вот эту Tenderly, обалденный аромат, у меня есть такая водичка, я ее, правда, покупала, вы можете ее получить в подарок. И далее для вас идет акция, если вы размещаете на 100 баллов заказы в течение 3 каталогов после регистрации, вы проходите 3 шага программы «Добро пожаловать». Классная программа, сейчас тоже покажу вам, где ее внимательно посмотреть. И получите планшет за 199 рублей. Вот такой планшет шикарный, мы посмотрели в интернет-магазине, 3500 такой стоит. Великолепный подарок для себя или для своих близких можно сделать. Далее, вы можете тоже начинать сразу приглашать друзей. И если ваш один знакомый или человек из интернета пройдет первый шаг, то вы получите один продукт со скидкой 80%. Если у вас будет таких два друга, которые пройдут первый шаг, то вы еще один продукт получите со скидкой 80%. Вот пока не знаю точно, какие продукты, но думаю, что что-то очень интересное. Если у вас будет три друга, то вы получите еще один планшет за 199 рублей. То есть вы можете пройти сами акцию, три шага, получить планшет вот такой. И если у вас три человека в первом уровне, то есть кого вы лично под себя запишете, пройдут три шага, то вы еще один планшет за 199 рублей получаете. Ну, то есть у вас может быть два планшета в семье дополнительно. Сейчас покажу вам, как смотреть программу «Добро пожаловать». Вот тут наверху окошечко «Поиск». Здесь можно найти любую информацию, план успеха посмотреть, то есть все вопросы, какие у вас возникают. Сейчас мы вводим программы. Добро пожаловать. Открываем, смотрим. Вот открылось три шага стартовой программы. Открываете программу, внимательно ее изучите. Для вас, конечно, прекрасные выгоды, то, что вы получите. Смотрите, первый шаг проходите, вот, получаете эксклюзивную скидку 200 рублей, один продукт со скидкой 50% и любой продукт в подарок по программе лояльности. Я сейчас буду делать заказ и покажу вам эту программу, какие подарки есть за 100 баллов. То есть, если вы проходите первый шаг, это 100 баллов заказ, по цене каталога примерно 4000, то вы получаете вот эти эксклюзивные все выгоды. Итак, давайте приступим к заказу.
Наверху есть кнопочка «Каталог». Нажимаете. Вот тут стрелочка. Вы на нее листаете и выбираете продукцию, которая вам нужна. Как выбирать продукцию? Вот, допустим, сыворотка. Внизу картинка появляется. На картинку нажимаете. Вот тут кнопочка есть «Добавить заказ». И она уходит в заказ. Я заранее уже сложила все продукты к себе в корзину. Сейчас я вам покажу, как это сделать. И если вы хотите, допустим, отказаться от каталогов, то здесь вы дальше листаете, набираете все, что вам нужно, вот таким образом. То есть внизу картиночки смотрите, допустим, захотели себе вот такие вот наборчики, зонтик и плащ от дождя, дождевик, то вы набираете просто их вот на картинку, нажимаете, добавляете в заказ. Давайте посмотрим, что еще важно. Нажав на кнопку «Быстрый заказ», вы можете вносить коды вручную. Обратите внимание вот на эту строчку. Для вашего удобства в заказ автоматически добавятся 5 каталогов. То есть эта программа настроена, что они автоматически будут вкладываться. Стоят каталоги 5 штук 120 рублей. Если вам они не нужны, читайте, для отказа от них вам нужно добавить код 90120. То есть вы ставите курсор в первую ячейку, набиваете код 90120, вниз проматываете, выбираете «Добавить в корзину». Я этого делать не буду, потому что мне каталоги нужны, я их всегда беру, раздаю своим знакомым, клиентам и так далее. Когда вы нажмете «Добавить в корзину», то вы перейдете в корзину свою. Вы видите, у меня тут уже лежат все мои продукты, которые я заказала. Здесь, кстати, весь набор только для меня. То есть я пока еще не делала заказ для клиентов, это мой личный набор. То есть мне вот нужно срочно сейчас. Здесь дочки, это нам мыло по выгодной цене очень. Пудра дочки, мне пудра дочки, тоналку, нам маску для волос, набор коллагена это себе, наушники. Видите, они здесь по нулям. То есть вы цены в корзине не смотрите, потому что здесь цены пока идут неверные. То есть здесь не учитываются пока акции. Вот, это весь мой заказ. Дальше нажимаете кнопку «Продолжить». Тут это не для вас специальный код, это вводят люди, которые по вашему каталогу будут делать заказ. Это другая уже тема урока. Нажали «Продолжить», ждете, когда подгрузится, и перед вами выходит ваша накладная. Вот, видите, ваша накладная. Вот, что здесь есть? Эксклюзивная скидка 50%. То есть, если вы первый шаг прошли в предыдущем каталоге, то вы можете воспользоваться скидкой премьер-клуба. Именно это я сейчас и сделаю. Так, мне нужен прайс. И я выписываю, конечно же, витаминки, потому что у нас есть большой запас витаминов, и я вот таким образом его пополняю. Для мужчины у нас запасы поменьше, поэтому мы именно для него и сделаем заказ. Видите, доступно для заказа. Нажмете «Добавить в заказ». Здесь вы можете указать что угодно: сумку, духи, коктейль, витамины, все, что у вас самое дорогое. В самый низ спускаетесь. Здесь будет кнопочка «Пересчитать заказ». Нажимаете на нее. Так, я нечаянно две сыворотки. Я уже положила сыворотку и нечаянно вам показывала, еще одну сделала. Видите, у меня их две. Чтобы изменить заказ, то есть отказаться от чего-то или добавить, спускаете чуть-чуть пониже до кнопочки серенькой. На ней написано «Изменить заказ». Сейчас мы эту сыворотку удалим лишнюю. Как удалять? Смотрите, зашли в корзину. Ищите сыворотку, вот она. И вот тут циферка 2 меняется на 1. Если совсем хотите от продукта отказаться, нажмете кнопочку «Удалить». Теперь возвращаемся опять в накладную. Накладная подгрузилась. Проверяем, чтобы у нас витаминчики появились со скидкой 50%. Видите, как удобно. Все есть, кроме одной помады. Ну, ничего страшного. Появится, в другой раз закажем. Вот у меня здесь автоматически добавилась подписка на коктейль. Далее каталоги 120 рублей. Все проверяем. Баллы 203. Вот смотрите, у меня сумма заказа 7132 рубля. А так как у меня зарплата идет от компании, то есть объемная скидка, то компания часть денег оставляет, это так называется товарное поле.
и 50% от суммы заказа списывается с товарного поля. То есть к оплате у меня пойдет 50% всего стоимости. И еще на товарном поле лежат 4000. То есть помимо этих еще 4, остальные деньги мне перечислили на расчетный счет в банке. И еще я вам сейчас покажу такую вещь, как программа лояльности. Ее вы видите наверху. Вот так строчка прям идет. Программа лояльности. Посмотреть. У меня накопилось 267 баллов. Я их могу сейчас использовать, только круглые цифры, начиная, вот видите, со 100 баллов. Нажмете кнопочку «Отобразить». Можно использовать, а можно еще копить. Я проверяю, есть ли здесь что-то, что бы я хотела взять, что нам срочно нужно, или что-то вот такое впечатляющее. То есть за 100 баллов смотрю. Ну, ничего не нужно за 100 баллов. Смотрим за 200. Тут, кстати, есть 100 баллов с доплатой. Очень выгодное предложение. Можно брать с доплатой 199 рублей. Вот пошли за 200 баллов. Здесь все просмотрите. Если вам не нравится продукция, вы хотите что-то более дорогое, то вы просто копите баллы. Копить можно их в течение года. Но самый максимальный, самый дорогой подарок — это на 500 баллов. Вот видите, то есть дороже 500 нету. Есть 500 с доплатой. Я не хочу ничего брать, я буду копить баллы. В следующем каталоге у меня уже будет как минимум 467, то есть эти 203, которые я сейчас сделала, у меня будет 470. То есть за 400 баллов я уже смогу что-то выбрать посолиднее. Поэтому я не пользуюсь программой лояльности. А если вы что-то выберете, вы просто нажимаете на кнопочку, меняете на циферку 1, чтобы получилась единичка, и нажмете «Добавить заказ». Но у меня этот номер не пройдет, потому что 500 баллов у меня точно не накопить. Так, проверяем теперь доставку. В самом низу под настройкой профиля у нас есть доставка. Выбирается город и филиал. То есть здесь вашего города может не оказаться, как и моего. Я живу в городе Саратов. Вы видите, Саратова здесь нет. Но мой филиал, филиал Воронеж. Как узнать, к какому филиалу вы относитесь? Вам нужно открыть файл, который у нас есть на сайте. Он называется «Адреса пунктов выдачи заказа». Здесь перечислены все пункты, которые есть по России. Все абсолютно. Вы можете искать по алфавиту свой город. Ну, допустим, ваш город Абакан. Филиал Новосибирск. Если ваш город, давайте пониже спустимся, Кожевниково, то ваш филиал Новосибирск. Если Ковров, то Нижний Новгород. Здесь вы ищете свой филиал. Далее мы выбираем пункт доставки. Есть несколько вариантов. Сервисный центр. Вы можете нажать «Сервисный центр», посмотреть адрес, есть ли в вашем городе. У меня есть Саратов, видите, да? Я могу выбрать на сервисный центр, но я не хочу ходить пешком. Вы можете выбрать, опять возвращаетесь, сервисный пункт обслуживания. Тогда вы потом в этой строчке ищете свой город. То есть мне сейчас нужно все пролистать, найти мой город Саратов. Можно воспользоваться мышкой, чуть-чуть N-O-P-R-S-T. Вот, S Саратов. То есть я могу выбрать Саратов и выбрать способ доставки, какой мне удобно к дому. Здесь несколько СПО. Видите, это Саратов и фамилия менеджера, который открыл пункт. Видите, у нас их много. Я выбираю, что я же не знаю, какой адрес. Я нажимаю на первый. Обрабатывается заявка. Проверяем. Это улица Тархова, дом 31. Мне это вообще неудобно. Я возвращаюсь назад. Выбираю следующий. Баранова. Обрабатывается. Смотрю адрес Барановой. От Женикидзе дом 1. Тоже далеко. И таким образом я могу пролистать все пункты и выбрать тот, который мне ближе всего к дому. Но я этого делать не буду, потому что я точно знаю, что в моем городе есть курьерская доставка на дом. Зачем я буду ездить за заказом, таскать тяжелые сумки, если я могу нажать кнопочку «Выбрать курьерская доставка», выбрать город с правой стороны. Если у вас курьерской доставки нет, значит вы выбираете самый ближайший к себе адрес. Потом мой адрес домашний, Симбирцева, 14. И вы видите, доставка 0. То есть если сумма заказа более 3000 рублей,
а в вашем городе есть курьерская доставка, то обязательно воспользуйтесь этой услугой, потому что вам заказ привезут бесплатно, домой, прямо в квартиру, вам не нужно будет никуда ехать. То есть вот смотрите, сегодня воскресенье, я делаю заказ. В среду с 9 до половины 12 утра мне уже его привезут. Бесплатно, абсолютно. И по поводу оплаты. Ребят, смотрите, оплачивать можно несколькими вариантами. Вот у меня сейчас к оплате 3566 рублей. Как я могу сделать? Я могу пойти в терминал, набрать свой номер дистрибьюторский. Вы свой номер прекрасно знаете. Так, здесь он не отражается. Но вы прекрасно знаете этот номер, по которому вы заходите в личный кабинет. И это номер платежа. Оплатить в терминале. Можно оплатить с карточки, если у вас личный кабинет открыт. То есть у меня, например, карта «Связной банк», я захожу в свой интернет-банк и оплачу, то есть ввожу номер, пароль, выбираю оплаты заказов Oriflame, ввожу свой номер, сумму и одной кнопочкой оплачиваю, не выходя из дома. Если у вас личного кабинета нет, а карта с деньгами есть, то вы выбираете оплата банковской картой. Потом вы видите, что будет дополнительная плата, почти 43 рубля с этой суммы. То есть берется 1,2% от суммы заказа. Потом выбираете «Завершить оформление заказа» и выйдет табличка. Я не буду сейчас так оплачивать, потому что мне удобнее через личный кабинет перед получением заказа. Мне так удобно. Вы можете сразу карточкой, чтобы никуда не бегать. После того, как нажмете, появится табличка. Вы введете номер своей карты, фамилию, имя и последние циферки. То есть там указано, что нужно указать. Вам придет пароль на номер телефона, который привязан к карте. И вы одной кнопочкой тоже оплачиваете заказ. Когда вы придете получать заказ? Смотрите, здесь очень важна ответственность. Я сейчас нажму кнопочку «Завершить». У меня все в порядке. Наушники добавила, еще раз просмотрю. Подарок забираю. 50% скидка, батончики есть. Все, отлично. Итак, я нажала «Завершить оформление заказа». И вот вышло мое подтверждение. Все, заказ сформирован. Это номер накладной. Здесь перечислено все, что я получу. Итоговая сумма и сколько баллов. То есть вы видите, одним заказом 203 балла только для нашей семьи. Это я еще не успела пообщаться даже со своими постоянными заказчиками. Ну и это здорово, то что мы можем себе позволить покупать все самое вкусненькое. Вот смотрите, когда заказ придет, то есть он готовится к сборке, подтверждение отправляется на электронную почту. Заказ хранится в сервисном центре 3 дня, а в пунктах выдачи заказов 7 дней. О заказе вы должны позаботиться сами. Вам не будут звонить на сотовый и говорить: «Придите, ваш заказ сформирован». Вы четко знаете адрес, куда вы отправили заказ, открываете пункт выдачи заказов, то есть список СПО, находите свой адрес, допустим, вот вы в этот город скинули, и вот здесь в конце контактный телефон. Позаботьтесь сами, позвоните или на городской номер, или на сотовый и узнайте расписание выдачи заказов. Чтобы так не получилось, что вы придете, поцелуете замок и пойдете обратно домой. Позвоните заранее, уточните все и придите с уже оплаченным заказом. Если мы оплачиваем через карточку, то у нас нету чека, правильно? Если через терминал, то чек выходит, но бывает такое, что терминалы чек не выдают. Что вы делаете в этом случае? Вы заходите в личный кабинет. В самом-самом низу опускаетесь. И видите, вот здесь вот нужно найти контактная информация. Чуть-чуть пониже проматывать. Телефон горячей линии, бесплатный, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Каждую минуту на связи с нами операторы, которые помогают нам в решении всех вопросов. Позвоните им и уточните, если что-то вы не поняли или не разобрались. Хорошо? Они отвечают на все вопросы, касаемо продукции, заказов. Если вы сделали заказ и сделали его неправильно или не туда отправили, можно позвонить и расформировать заказ, только продиктовать для этого нужно будет свой номер накладной, то есть свой дистрибьюторский номер, вот этот вот он здесь у вас выйдет, и номер накладной, который вы делали заказ. Как посмотреть теперь накладную? Заходите в профиль. И здесь вот сбоку есть кнопочка «Ссылки», «Отчеты по заказам».
Нажимаете «История заказов». Вы видите, что заказ сделан. Вот здесь написано, сколько долг, 3566, и накладная. Здесь все прописано. Вы можете нажать на номер накладной, и откроется полностью, целиком вся накладная. Вы ее можете еще раз проверить, все ли вы правильно заказали, все ли в порядке. Вот, в принципе, все. Так, и еще, когда вы, если вы не получили чек, вы звоните на телефон горячей линии и просите их посмотреть, прошла ли оплата или нет. Если вы пришли в офис за получением заказа, они вам говорят, предъявите оплату, то вы им говорите, что вы оплатили такого-то числа. Если в офисе есть компьютер, то они по компьютеру посмотрят и увидят, что у вас заказ оплачен. Если у них нет компьютера, то вы звоните на бесплатный телефон горячей линии, передаете трубочку, и менеджер сервисного пункта выдачи называет ваш номер, вашу фамилию, имя, отчество, и оператор Oriflame подтверждает, что ваш заказ оплачен. Поэтому не переживайте ни в коем случае. Ребят, если у вас какие-то вопросы возникают, то связывайтесь со своими спонсорами. Если не знаете, не можете найти спонсора, связывайтесь со мной. Прямо под этим роликом в описании я приложу, как меня найти, то есть по каким контактам можно со мной связаться. Всегда рада вам помочь. Я вам желаю приятных покупок, отличного настроения, балуйте себя и своих близких. И стройте свой бизнес, ребята. Это такой простой, такой уникальный бизнес. Разберитесь в нем и настройте свою систему. Опять же, если нужна помощь, то я всегда к вашим услугам. С вами была Лилия Донскова. Желаю вам всего самого потрясающего. До встречи в других видеороликах. Пока-пока!